Центральный районный суд продолжил изучать детали смертельного ДТП около развлекательного комплекса «Мегаполис». Напомним, главный виновник аварии Руслан Валиев просил рассмотреть дело в особом порядке. Против этого выступили родственники погибших и заседание отложили до января. И вот сегодня подсудимому зачитали обвинительное заключение и приступили к допросу потерпевших. Напомним, трагедия случилась летом 2012 года. На огромной скорости Валиев за рулем «Субару», предположительно в алкогольном опьянении, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В итоге лоб в лоб сошелся с автомобилем «Киа». Сколько человек заслужил, столько пускай он получает, а не какое-то на его особое положение ставить. Стоит отметить, что Валиев был объявлен в международный розыск, поскольку после аварии сбежал из больницы и скрывался в Таиланде. Кстати, с предъявленными требованиями о возмещении каждому из потерпевших по делу по 1 000 000 рублей, ранее Валиев был согласен. Изменит ли он свое решение, станет известно в ходе следующих заседаний.